Мама моя верная, срочно ступайте к ним домой и заберите письма. Сделаем, Санта! Christmas memories. Так, и кольцевую лампу я лайкаю. Андрей, я искала. А ты чего сидишь? Ты что, написала уже письмо? Это что за каракули, милаша? Дед Мороз не поймет твои каракули. А я умею есть пивча. А, точно, давай я лучше я тебе помогу. Диктуй, какие подарки хочешь? Я тоже, а ты яичку. Мы бы нужную квартиру попали? Да, конечно. Я часто смотрю каналы Вязаники ТВ, потому знаю квартиру из тысячи. Я хочу лишнюю. Ты что, хочешь лишний вертолет, да еще и желтый? Да. И где же девочки? Ага, пишут письма. Надо проследить, куда девочки их спрячут. А мы их заберем и доставим Санте. Действуй незаметно, как ниндзя. Я хочу водитель. Айфон 11. И я заходила в дяду. Да еще и отдых на Мальдивах. А разве так можно? И белая амемоя. О, посмотри, а Санта-то не настоящий. Ну вот, и твое письмо готово. Теперь складываем в коробку и ждем наступления Рождества. А завтра письма отнесем на почту. Хасика, дай я папе мультики. Давай. Слава богу, не заметили. А тебе вчера очень понравился. Действуем, подсади меня. Давай, залезай быстрее. Оф, не те уже годы лазить. Ты слышала звук падения? Это пила, да, Тася, тетя, да? Быстрее бери письма и исчезаем. Кирилла, да. Значит, наши письма Санта точно получит. Ребята, а если вы тоже будете писать письма Деду Морозу либо Санта Клаусу, то тогда подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Всем пока-пока. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow we'll